Мы приехали в Джобар. Сегодня здесь идут позиционные бои. На нашем пути попались сожженные трупы иностранных наемников. Таков неизбежный конец тех, кто приехал поживиться в чужой стране. Особенностью этого района является плотность застройки, которая не позволяет использовать бронетехнику, не сближаясь с противником. Для преодоления этой проблемы на выручку приходит военная смекалка. Сейчас, естественно. Сейчас трудно представить, но выдумка сирийских военных не знает границ. Вот из этого направления бетона будет сделан пьедестал для того, чтобы туда заехала артиллерийская установка и била по боевикам. Сейчас это трудно представить, но бульдозер начнет эту работу. Одна из опор здания мешает работе бульдозера, и саперы принимают решение подорвать эту колонну. На следующий день мы приехали на боевое испытание новой огневой позиции. Для уничтожения боевиков в городе хорошо подходит Шилка, но она слабо бронирована и не может выполнять поставленные боевые задачи при сближении с террористами. Сооруженный холм позволяет зенитной установке вести огонь в глубину обороны боевиков, разбивая позиции террористов на всей протяженности линии соприкосновения. Thank you.
Использование этой позиции хорошо зарекомендовало себя. Этот опыт будет использован и дальше для уничтожения окруженной группировки. Андрей Филатов, Василий Павлов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, Анна Ньюс, Дамаск.